Всем привет, с вами магазин Автоток. В этом видео я расскажу вам про магнитолу на Toyota Land Cruiser Prado 150 серии для моделей 2013 по 2017 года. Вот так выглядит данный девайс. Что хотелось бы отметить: внешне серый корпус пластиковый, матовый. Теперь что дисплей? Дисплей у нас 10-дюймовый. Хорошее изображение. Мы сейчас на рабочем столе находимся. Вот так он выглядит. Слева присутствуют кнопки управления, тоже сенсорные. Выключение, кнопка домой, назад, регулировка звука. Также меняется цвет иконочек нажатием. Какая понравится. Справа имеется вход под microSD карты. Вот. Теперь подробнее более о характеристиках зайдем в Device Info. Тут довольно мощная конфигурация. 8-ядерный процессор, получается 2 гигабайта оперативной памяти на платформе 7.1.2 Android. Разрешение экрана 1024 на 600 пикселей. Вот. Теперь пробежимся по основным приложениям и функциям, ну, возможностям. Давайте начнем с камер. Вот. Есть возможность подключения, для примера, вот заднего вида с разметкой. Снимает довольно качественно, все видно. Так. Радио тоже довольно стандартное, удобное. Настройки сохраненные, тут ползунок менять станции FM. Здесь у нас эквалайзер шестиполосный, тоже с настройками сохраненными. Можно двигать под себя, подстраивать все как удобно. Видеоплеер для демонстрации качества отображения. Ну, через камеру будет не так, конечно, хорошо видно, но очень все отчетливо, четко видно. Так, что у нас еще интересного? Есть у нас возможность GPS навигации. В комплекте идет модуль. Подключаем модуль, ставим приложение, например, на Navitel. Нагружаем карты, и все работает. Возможность подключения к Wi-Fi. Bluetooth также имеется. Ну, и стандартный набор приложений Play Market для Android. Меню русифицированное. Вот. Ну и что касается комплектации устройства, помимо устройства входят еще и фишки подключения, вот разнообразное питание, RCA кабели для подключения аудио видео аппаратуры. Так, и дополнительно получается Wi-Fi усилитель, GPS модуль, бас, носной микрофон, тут у нас USB кабели, получается даже здесь выносной на прибольную панель, дополнительные фишки подключения и крепежи, заглушка еще на корпус. Ну и все, приятная модель с хорошей конфигурацией и комплектацией, стоит своих денег. Все, спасибо за просмотр. Ссылка на нее будет в описании, как обычно. Пока-пока.